Полигональное моделирование – это один из самых популярных способов создания трехмерных объектов. В этом уроке мы рассмотрим создание компьютерной мыши с использованием данной техники. Наша задача сводится к тому, чтобы создать угловатую низкополигональную модель, которая после сглаживания приобретет требуемую форму. Исходный материал, из которого мы будем лепить мышь, стандартный примитив Box. Создадим его в окне проекции. Применим к объекту модификатор EditPoly. Перейдем в режим редактирования полигон и выделим все полигоны, кроме того, который лежит в основании модели. Раскроем свиток Polygon Properties. В этом свитке поверхностям объектов можно назначать группы сглаживания и идентификаторы материала.